Участников кинематографичного побоища в пабе на Римского Корсакова определили в камеру. В ночь на понедельник четверо дебоширов из стран ближнего зарубежья возмутились внешностью одного из посетителей. Тот, в свою очередь, был раздосадован замечанием крепких незнакомцев. В ход пошли кулаки. Персонал заведения потребовал покинуть паб. Для весомости слов бармен озвучил ноту, сбитой в руках. Тогда агрессоры забыли о первом оппоненте. Он, кстати, предусмотрительно укрылся под барной стойкой. Один из посетителей схватил ноутбук и запустил его в витрину с дорогими напитками. Его коллеги по дебошу стали хватать все, что под руку попадется, и громить заведение. Досталось даже девушке-администратору. После этого агрессоры ушли, но через несколько минут их уже усаживали в машину синей полосой и мигалками. Ущерб заведению почти 150 тысяч рублей.